Минералы? Нет, это большой вроде. Давала индикатор. Они поменьше. Наше поколение в основном, что вырос, говорит на немецком языке. Но особенно, что интересно, получается, да, приезжаем в поселок, больше русский. Или в тундру, там больше немецкий. Ну как, хотелось бы, конечно, чтобы сохранился язык. Ну, у меня буквально вчера мысль такая пришла, что может с возрастом они как бы начнут. Ага. Но пока-то они и так и относятся. Ну, у нас есть люди, которые по сей день это и легенды поют. Ну, это по наследству передалось. Не каждому дано. По-немецки вот спеть. Не просто, что вот такие, как вот современные песни, вот именно, что эпические. При лампах жили, не так-то легко было. Умудрялись читать там, и все, шить женщины. Да, шить. И главное, ювелирные изделия, вот, как вот пимы, палец, это все как вот, при лампе. При лампе. У нас еще именно, например, что? Ну, и не только у нас. Тарелки, телевизоры, компьютер, ну, вот, ноутбуки, стиральная машина. Станции на бензине, на дизеле, ну и техника снегоходная. Там постоянно, ну если, например, холодно, естественно, постоянно печку топить. А для печки что надо? Дрова приготовить, напилить, наколоть, занести. Воду зимой пользуемся льдом. Там есть такой, ну, свой специальный способ, что не просто вот так вот печню крошить мелкими кусочками. А глыбы могут быть разного размера. Откалываешь глыбы, это загружается и потом топится в баки. Как раньше жили, так и живут. Хватает.